Товарооборот Китая со странами вдоль одного пояса, одного пути в первом квартале превысил 1 триллион 655 миллиардов юаней. Это на 26% больше аналогичного показателя прошлого года. Такие данные обнародовало Министерство коммерции КНР. Экспорт превысил 937 миллиардов, увеличившись почти на 16%, а объем импорта приблизился к 717 миллиардам и вырос почти на 43%. Объем прямых инвестиций в 43 страны одного пояса, одного пути приблизился к 3 миллиардам долларов, а количество новых контрактов на подрядные работы в 61 стране вдоль экономического пояса достигла 952. Их общая стоимость оценивается в 22 миллиарда долларов.